Нет места в детском саду, не дают субсидию для малоимущих и идут к сенатору. Людмила Толобаева провела личный прием граждан для жителей Владивостока. Что еще волнует приморца в следующем материале? Проблемы самые разные. Не дают субсидию для малоимущих, не могут лечь в госпиталь ветеранов, нет мест в детском саду. С этими темами обратились жители Владивостока к сенатору от Приморского края Людмиле Толобаевой. Подошла очередь, когда было 2,6, 2,7. Сказали, что пока нет возможности, нет мест в детском саду. Детей до 3 лет уже берут в сад, если есть места. В том районе, где живет Татьяна, свободных мест нет, но девушки готовы помочь. До апреля ребенок сможет посещать группу кратковременного пребывания, а потом по путевке пойдет в основную. Все вопросы очень важные. И, конечно, самое основное – это попытаться решить вопрос на месте, если есть такая возможность, а если нет, то взять его в работу. Потому что вопросы не все такие, которые можно решить на месте. Не забыли и про пенсионеров. Нонна Михайловна пришла с просьбой помочь получить направление в госпиталь ветеранов. Женщине 79 лет. Пройти полноценное обследование и лечь на реабилитацию она сможет уже в январе. Мы сможем ей помочь, хотя там существует у нас определенный порядок, определенная очередь, но мы постараемся помочь, чтобы человек попал в госпиталь для ветеранов. Людмила Толобаева тесно работает с молодежью, поэтому на встречу пришли начинающие политологи. Вместе они обсудили, какие проекты можно реализовать в молодежной политике. Студенты предложили организовать лекции по политической грамотности. Сенатор дала задание разработать план действий, чтобы в декабре можно было запустить этот проект. Нелли Булатова, Руслан Мартынычев, «Панорама».